Всем привет, друзья! Это озвучка и обзор новой 209 главы манги One Punch Man со звуковыми эффектами и музыкальным сопровождением. Манга будет на английском языке, а сама озвучка на русском. Надеюсь, вам понравится мое видео. Прошу вас поставить лайк и подписаться на канал, чтобы помочь продвижению канала. Друзья, обязательно напишите в комментариях. Хотите ли вы, чтобы я перезалил свои старые видео с альтернативными сюжетами про злого Сайтаму и про Омнимена, который хочет захватить мир Ван Панчмана с английскими субтитрами? Если да, напишите в комментариях. Я знаю, что меня смотрят немало англоязычных зрителей, и поэтому я с радостью сделаю это, если вам это нужно. Что ж, ну а с вами, как всегда, Аниманга, и мы начинаем! Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. Ван Панчман, 209 глава. Наглец, бросивший вызов Богу, предел боевых искусств и того, как быть человеком. Мы должны найти Торео! Все, кто еще может двигаться, за мной! Нужно добраться до берега! Разбухший труп? Выходит, были гражданские, кто не успел вовремя. Это так трагично, бедняга. Покойся с миром. А, это же свинобог. Хватит придуриваться. Техника нет, скорость нет. Сила нет. Комбо-атака. Как, черт возьми, мне достать этого парня? Ого, довольно мило. У тебя так много рук? О, и правда, их еще больше. Комбо-атака. Нет. Смекалка. Черт. Мы тонем! Нет, я не хочу умирать! Мамочка! Чьей блестящей идеей был марш просук через океан? И почему до сих пор нет героев или отряда спасателей? О, боже! Да, учитель! Старшие, вперед! Другое измерение. Пространство вокруг Земли искажается. Магнитное и гравитационное поле сошли с ума. Что происходит? Что за... Земля вздулась! Похоже на то, что океанические плиты, ушедшие под землю под воздействием земной коры, вытолкнула назад какая-то мощная сила. Ого! Кто мог это сделать? Не могу представить, чтобы кто-то из землян был способен на такое. Вероятно, просто аномальный тектонический сдвиг. В любом случае... Этот ублюдок собирается прорваться через пространственно-временной барьер! Нужно поторопиться и починить его! Серия обычных ударов! Даже с удвоенными кулаками я не могу угнаться за ним! Мы явились уничтожить наглеца, бросившего вызов Богу. Я думал, он
Это должно быть о нем. Все еще не удовлетворен, а? Техника, скорость, сила, комбо-атака, смекалка. Ничего из этого не сработало. Это бесполезно. У меня больше нет идей. Вот как. Если моим мечтам об абсолютном зле суждено быть разрушенными, то только кулаком этого человека. Что смешного? Где-то в глубине души я осознавал, что ничего не выйдет. Должно быть, так и есть. Может быть. Вот так я хотел умереть все это время. Достаточно. Нет смысла это продолжать. Ты ведь уже понял, да? Ублюдок! Убей меня! Убей меня уже! Ты ведь герой, разве нет? Походу, у тебя все-таки какая-то проблема с героями. В общем, если есть что-то, о чем ты хочешь поговорить, я в твоем распоряжении. О, давай-ка вон там присядем. Что ж, на этом глава заканчивается. Нам показали, судя по всему, финальную форму Гару, которая мне понравилась. Но я бы не сказал прям очень, но все-таки вышло круто. И с этим я не могу не согласиться. То, как Сайтама троллит Гару, это просто нечто. Комедийных сцен в последних главах немало, что не может не радовать нас. Надеемся, что Мурата продолжит в том же духе. Итак, земля вздулась, и судя по всему, печать, которая сдерживала бога монстров, разрушилась, если можно так сказать. И Бласт вместе с защитниками вселенной побежали, чтобы это исправить. Но вишенка на торте — это Борис! Борис, как его называют мои братаны по контенту One Punch Man. Некоторые говорят, что это тот самый Борис, с которым Сайтама сражался в финале первого сезона, но я так не думаю. Очевидно, что в команде Бласта сильнейшие герои вселенной, которые как раз таки и защищают ее от бога монстров, которые явно хочет ее захватить. И вот этот персонаж, похожий на Бориса, Борис, просто из его расы, и все. Имени мы его не знаем, официальной, по крайней мере. Как и о его способностях. Сильнее ли он, чем Борис, или нет, мы также не знаем. Но очень надеемся это узнать в следующих главах. Покажут ли нам замес защитников вселенной против бога монстров? Не знаю, но если Мурата решится на такое, то это будет отвал башки. Скажу, как я представляю их битву. Итак. Бласт со своей командой перемещаются в измерение, где был запечатан бог монстров. Они видят, что чудище уже выбирается наружу, и всей командой они пытаются затащить его обратно, используя совместную технику порталов, из которых вылетают огромные запечатывающие цепи, похожие на тех, с помощью которых останавливали Кураму из аниме Наруто.
В этот момент Бог освобождается, и тут мы видим шок и страх на лице всех защитников. Они понимают, что если он выберется, обратно запечатывать его будет очень трудно. И чтобы не дать ему выбраться, Бласту и всем героям придется показать все, на что они способны. Бласт, сняв с себя очки, ухмыляется и говорит: «Ребята, похоже, мне придется это сделать». Его команда удивляется решению Бласта. И тот Бласт покажет нам, что он неспроста возглавляет защитников вселенной Ван Панчман. Ну как вам? Понравилось? Не знаю. Возможно, я несу какой-то бред. Но примерно так я представляю начало их сражения. Ну или, по крайней мере, как мне бы хотелось это увидеть. Надеюсь, Мурата сделает намного круче, и что скоро мы с вами это увидим. Друзья, обязательно напишите свое видение их боя. Я с удовольствием прочту. Ну а сейчас давайте вернемся к манге. В конце Гару смирился с тем, что ему уже не победить Сайтаму, и своей последней атакой он уже был готов пасть от его руки. Но Сайтама не стал его добивать и просто попросил перестать строить из себя монстра, на что Гару был удивлен. Но поняв, что он ничего не может противопоставить против Лысика, он соглашается на предложение Сайтамы успокоиться, присесть и нормально поговорить, что, кстати, очень забавно выглядит. На этом глава заканчивается. Будем ждать продолжения. Обязательно напишите свое мнение об этой главе. А также поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ну а с вами был Аниманго. Всем спасибо, всем пока!